Всем салютики, ребятки, вы на канале Кексович и с вами Руди. И мы можем получить новые вещи в наш инвентарь бесплатно в новом ивенте. Ну, во-первых, это вот такая вот эмоция. Вот такая вот черная футболочка 3D. Вот такое пончо 3D-шное тоже. И вот такие крутые мечи на спину. Ну, мне кажется, они очень классные. Итак, ребятки, это мы все получим в Гуакатон вид Дензел Карри. Чтобы получить эти вещи, нам нужно собрать монетки. Посмотрите, в левом верхнем углу у меня 0, и я сейчас буду их зарабатывать. Их зарабатывать на самом деле очень несложно. Так, мы бежим с вами на баскетбольную площадку, посмотрите. Вот здесь у нас мы должны встать на желтый кружочек. Даже если он занят, становитесь рядышком с человеком, который там стоит. Я становлюсь, нажимаю на И. И у меня появляется, ребятки, вот такая вот шкала, посмотрите. Что мне нужно сделать? Смотрите, мы должны нажать на зеленый квадратик, кликнуть мышкой, когда вот эта синяя стрелочка попадет на этот зеленый квадратик. И вот видите, я нажимаю на этот квадратик, когда мышка на него наступает, и мне дают очки 1, 2, 3, но если я вдруг промахнусь, то отчет этих очков снова начнется с 1. И, кстати, заметьте, что этот зеленый квадратик ускоряется, когда мы часто попадаем на него, и поэтому получается сложнее попасть. Нам дается на это несколько секунд, но потом также нажимаете на эту буковку И и продолжаете. В общем, с этим все ясно, ребятки. И смотрите, сколько очков мы зарабатываем, столько нам монеток и начисляется. И смотрите, какие вещи мы получаем за сколько монет. Когда мы зарабатываем 450 монет, мы получаем черную футболку. Когда мы зарабатываем 950 монет, мы получаем эмоцию. Когда мы зарабатываем 1750 монет, мы получаем пончо. И когда мы зарабатываем 3000 монет, мы получаем эти мечи. И вот, ребятки, у меня уже накопилось 450, даже больше монет, и мне дают бейдж, и вещь отправляется ко мне в инвентарь. И я продолжаю дальше играть и копить эти монетки. И вот так вот вы можете посмотреть, вот где значок бейджов, вот сюда нажимаете, и тут, если что, вам напоминают, сколько нужно собрать монет. Ну что ж, ребятки, я, наверное, поиграла полчасика и получила эти 4 вещи. Вещи в этом ивентике. Вот у меня 3000 монет. В общем, ставьте лайкосик, подпишитесь, кто не подписался. С вами была Руди. Всем пока-пока.